Певица Наргиз ответила в личном микроблоге на обвинение в том, что она якобы ненавидит Россию. Певица заявила, что после ее интервью Ксении Собчак кампания по травле в социальных сетях приобрела огромный масштаб. Закирова заявила, что ей приписали слова о ненависти к этой стране. И это все наглая и подлая ложь. Она даже готова пройти детектор лжи, чтобы доказать это. Кроме того, Наргиз намекнула: «Заказчик доволен. Я враг народа». При этом не стала упоминать имен, надеясь, что ее подписчики сами догадаются, о ком речь. На фоне этой ситуации певица записала трек с кричащим грубым названием на английском языке, который посвятила главному заказчику. Наргиз заявила и то, что не собирается уезжать из России. А вы догадались, на кого намекает Наргиз?